Анастасия Глебовича. Уважаемый Александр Моисеевич, спойте, пожалуйста, вашу любимую специфическую, не вашу песню. А, спою. Песню, которая с которой я начал сам советский петь, которую я слышал в 1944 году, в первый год эвакуации, выведенной по дороге жизни, якобы, значит, через блокаду, из блокадного Ленинграда. Когда осталась моей любимой песней, как и исполнявший Марк Бернес, сам любимый исполнитель песни. Темная ночь, только пули свистят вдоль степи, только ветер гудит в проводах, тоска звезды мерцает. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и широкая черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смерти моем, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Детской кроватки не спишь, и поэтому